перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Всем привет всем, кто на связи. Особенный привет всем, кто приболел, простужен. Лечитесь, поправляйтесь. Будьте здоровы, дорогие друзья. Здесь в эфире Вася Вакуленко. Я здесь за тем, чтобы быть на связи. Я здесь, чтобы быть на связи. Чтобы вы не говорили, что я не на связи. Я на связи для того, чтобы быть на связи. Смотрю, Митяй, параллельно смотрю, брат. Я хочу вам рассказать новость, что у меня вот благодаря вашему усердию, вашей заботе, вашему вниманию, вашему участию в моей Инстаграм судьбе уже 2 миллиона подписчиков. Я хочу поблагодарить тех подписчиков, которые прошли вместе со мной путь с первого дня. Хочу поблагодарить тех, кто присоединился недавно к нам. Хочу поблагодарить также моих врагов, которые подписаны. Потому что я не знаю, зачем вы подписаны, но вы подписаны, значит, вы есть в числе этих 2 миллионов, которые сформировали целостность моей аудитории. Вот. Спасибо вам большое. Сейчас будет наша традиционная страничка, наша программа, вечерняя программа «Говори, говори, ну почему же ты молчишь?», в которой мы выходим на связь с одним из наших подписчиков, зрителей. И, конечно же, будет связь с Киевстонером, если этот мэн в доступности где-то, да? Так. Ау, Киевстонер, мы тебя ищем. Никого нет просто из тех людей, с кем мы могли бы, поговорив, поднять рейтинг моего канала. Ну, кто может выйти на связь? Я вот не знаю просто. Я не знаю. Ну, кто здесь? Давайте вот так попробуем. Доброго вечера. Ожидание. R3 семерки Амзес. Сейчас мы посмотрим, кто. Ухамба, привет. С Карачаево-Черкесии. Карачаево-Черкесии, привет большой. Так, он слился. Так, ищем дальше. Сейчас я шторки подниму на машину, чтобы я не был как в аквариуме. Посмотри, ага, ты здесь. Так, Киевстонер. Вечерние новости. Подключение происходит. What's up, nigga? What's cracking, G? I'm fine. How are you? Wonderful. Just walking in your favorite city. Как погода? Я не в Ростове. Я не в Ростове. Как погода, брат? Ну, тепло. Вот Чиполлино привет передает. Василий Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Бля, вот фирмач, сука. Вот ювелирыч, а? Он еще тот актер, отвечал. Не, ювелирыш, да? Такой прям, да? Здравствуй. Ну да. А ты знаешь, что можно у него погоняло? Да ты рассказывал. Ты знаешь, что у него погоняло, ювелир? Клеротопотопный. Ты что, он же рассказывал. Дай я у него интервью возьму, а? По-братски. На, по-братски хочет Михалыч интервью. Да, Василий Михайлович.
Как ты, скажи, брат? Да все круто. Он тебя, скажи, притесняет, потому что многие мои, наши телезрители, программа, это наша программа, она называется «Говори, говори, почему же ты молчишь», где мы отшиваем людей. Говори мои переживания. Братская любовь. Братская. Я его выручил, он меня. No homo. No homo. Что ты делаешь? Наушники купил. А ты что, наушники купил? Видите, человек наушники купил. У него. Ну скажи, скажи, самое стрёмное, в который ты попадал вместе с Киев Стонером. Да, ну, помимо спать с ним самое... в кровати, еще что? Кушать с одной тарелки. А что он, как крюком... Блин, на студии он вел себя вроде неплохо. Кушал очень культурно. Ну, руками, да. Конечно же, бесплатно было. Бесплатно. Как креветки, креветки, газа, как это бесплатно? Это как это бесплатно? Это записано на твой счет. Что за бесплатно? Да не, Митя закрыл. Митя закрыл. Митя закрыл на это глаза, но открыл твой счет. Скажи, пожалуйста, вот ты как ювелир, что ты можешь сказать про Киев Стонера? Много ли он поступков недостойных совершает? Нет, все делает достойно. Не хочет бабки зарабатывать, коммерсом не хочет становиться. Ну, потому что он шатун, бродяга. Он одинокий медведь в этом лесу заносчивых елей. Понимаешь? Я гэнгста. Он говорит, что он гэнгста, а я говорю, что надо делать деньги. Ну, подожди, скажи тогда другую историю. Вот у тебя, как у бизнесмена, ювелира, есть ли какие-то секреты, где можно быстро поднять ловешки, обогатиться и превратиться из кейс-тонера в тебя, в богатого, самостоятельного, смелого, целеустремленного мужчины? Блин. Ну, биткоины вложить. Да, или в Азину сняться. Где? В Азину. В Азину сняться? Для этого тебе сначала надо прийти на газ, а потом уйти из газа. Причем эта стратегия работает? Причем эта стратегия работает? Не у одного человека, а у нескольких. А что, где наше такси? Я не знаю, где оно. Все, давайте, я вас обнимаю. Передайте привет моей программе. Все, всем большой привет. Уважением и до свидания. Как заработаешь денег? Почти. Михалыч, кстати, Михалыч, поздравляю с двумя лимонами. Это за брат, спасибо большое. Спасибо как... большое. Брат. Ты вложил... Прям как гонорар Гуфа. Брат, ты... Ты притер... Нет, ну два лимона, нет, он четыре же поднял, говорят. Говорят? Ну... Пусть говорят. Будем верить. Все. Пусть говорят. Я рад, да. Все. Можешь не благодарить меня, что я тебе всех хохлов переманил, понял? Брат, ну а что делать, брат? Ну а что делать? Надо суетиться. Давай, Михалыч, обнял. Давай, смотри, ношу. Ношу. Давай, ношу. Давай. Замечательный эфир, в котором мы почувствовали себя участниками этого процесса. Так. Что у нас дальше? Все, буду смотреть футбол. Я вас обнимаю. Все. Пока. Всем привет. До встречи.